Всем доброго времени суток. Вот мы и добрались до многими ожидаемого Super Smash Bros. Если кто не знает, это кроссовер персонажей Nintendo, вышедший на Nintendo 64, само собой, 21 января 99 года. Глаза сразу же бросается необычность всего файтинга. Во-первых, арены, на которых вы сражаетесь, они нифига не плоские, и зачастую даже с отдельными самостоятельными платформами и препятствиями. А на некоторых аренах даже есть всякие разные вещицы, например, ветер, задуваемый в стороны, или платформы там двигаются туда-сюда, лава поднимается, ну и все тому подобное. Это делает саму арену весьма значимой, можно даже сказать, полноценной самостоятельной отдельной механикой игры. И от того, где вы деретесь, будет зависеть довольно многое. Второй отличительный аспект игры – это простота освоения. У вас всего три кнопки – легкий и сильный удар и блок. Все приемы выполняются с нажатиями направлений. Вроде вперед удар, вверх удар, вниз удар. Никаких вам выкрутасов на стике на 360 градусов или даже двойных нажатий. Однако, это не значит, что в игре нет каких-то специфичных механик. Например, у каждого персонажа есть двойной прыжок, что очень полезно, а зачастую вообще попросту необходимо, учитывая, что здесь большой акцент на платформинге. При нажатии атаки из блока можно сделать захват, а если нажать направление в одну из сторон, то будет перекат. Вот как надо делать простое и понятное управление в игре, а не как в прошлый раз это в Evil Zone было. Помимо этого, у персонажей есть еще свои уникальные особенности. Например, Фокс Маклауд может отбивать проджектайлы, Кирби летать, надуваясь шариком, ну и так далее и тому подобное. Третий немаловажный аспект игры – это способ победы. В отличие от других файтингов, здесь не надо обнулять врагу ХП. Вам надо сбить врага в яму. То есть все, по сути, бои должны заканчиваться рингаутом. Когда начинается бой, у вас 0% урона. И по мере того, как вы лупцуете друг друга, этот показатель будет увеличиваться. И чем он больше, тем дальше персонаж будет отлетать при сильных ударах. Ну и вот, вам надо шпынять врагов куда подальше с платформы. Вот эти три главных аспекта игры меняют почти полностью представление о файтингах и переворачивают концепцию с ног на голову. При этом как бы не уходя далеко от основной задумки. Да, Smash Bros. Это далеко не первая игра, которая пытается сделать подобное. Тут надо отдать честь намковской Outfoxes. Смотрите 120-й выпуск. Но здесь многие вещи довели до ума и плюс еще добавили своего нового. И это еще только то, что на поверхности. Ибо углубляясь в игру, можно найти кучу всяких разных деталей. Ну, во многом связаны в первую очередь именно с самими персонажами. Но и без них тоже своеобразных особенностей хватает. Самое очевидное — это предметы. Они случайно падают на арену и дают самые разные эффекты. Соответственно, и применять их может кто угодно. Там и звезда из Марио, дающая неуязвимость, и молоток из Донки Конга, который, по сути, инстакил, если вы кого-нибудь им достанете. Покебол, наверное, самая рандомная вещь. Ибо фиг знает, кто из него вынырнет. Ну или вот взять, например, тех же персонажей. У них разный вес. Казалось бы, нафиг нам это знать. Но когда вспоминаешь, в чем суть всего файтинга, сразу приходит понимание. По итогу, игра стала весьма уникальной, самобытной и, можно даже сказать, своеобразным глотком свежего воздуха на фоне засилия бесконечных Street Fighter клонов. Можно даже сказать так, что Super Smash Bros. Стал таким своеобразным Street Fighter 2 для поджанра платформенных файтингов. То есть он как бы не был первым, но он стал именно тем, который все последующие игры подобного поджанра берут за основу. Отсюда, кстати, и какой-никакой баланс в персонажах. Например, Donkey Kong сильный, но тяжелый. Медленно двигается, быстро падает, но сильно шмякает. А, к примеру, Фокс Маклауд в контраст шустрый, довольно легкий, может стрелять издали, но каких-то сильных дамажных приемов сам по себе не имеет.
Однако в игре есть все-таки свои проблемки. Во-первых, стоит отметить, что я ненавижу управление в этой конкретной игре. Если быть более точным, то гениальную идею сделать движение не на D-паде, а на аналоговом стике. В чем проблема? В чувствительности. Если нажать слишком резко, ваш персонаж сделает дэш в сторону, вместо шага. А так как у меня нет контроллера с аналоговым стиком, для меня это была проблема. Вы представить не можете, сколько раз я подыхал и падал с платформы из-за этого факта. Но неужели нельзя было сделать выбор в опциях между аналогом и D-падом? Или просто тупо продублировать это дело? Это также, кстати, мешает и в позиционировании. Например, если рядом лежит какой-то предмет, и вам надо сделать лишь шаг, чтобы его подобрать, хер там. Или, например, это мешает, когда пытаешься приземлиться на узкую платформу в одном из местных бонусов. Я, конечно, понимаю, что это косяк чисто для тех, кто будет игру эмулировать, но, камон, в 2023 году, я вас уверяю, таких будет большинство. Но ладно, я в минус это все-таки записывать не буду. Вот что можно записать в минус, это контент. В игре всего 12 персонажей, два из которых это клоны, Луиджи и Джиглипаф. И да, я знаю, что у Джиглипафа есть парочка своих собственных приемов, но базовый его мувсет и способности взяты именно от Кирби. А учитывая, что у персонажей в принципе приемов очень мало, это заметная вещь. Луиджи вообще же ничем не отличается от Марио. Справедливости ради отмечу, что другие персонажи действительно интересные и уникальные. У каждого есть какие-то свои уникальные особенности. Арен всего 9, тоже не густо как-то получается. Но опять же, учитывая, что они действительно разнообразны и в первую очередь влияют на геймплей, а не просто какие-то задники, я это в минус тоже записывать не буду. А вот с режимами тоже как-то туговато. Для одиночной игры есть только, по сути, аркада, которая всегда одинакова, отличаются только бонус уровни. Тренировка есть, но смысл в ней? Ибо, как я уже сказал, мувсеты здесь экстремально простые, их можно понять буквально за один бой. Ну и еще есть возможность поиграть бонусы отдельно. Вот бонусы, кстати, довольно занятны, ибо они служат таким негласным туториалом по персонажам. Это такие, знаете, своеобразные пазлы, где вам надо, учитывая способности выбранного вами героя, понять, как достать все мишени или платформы. Вот это вот действительно занятное и интересное решение. Показать игроку, как надо играть. Наглядно, на практике. И главное, без единого слова. Но как-то все, больше режимов-то и нет. Остается только мультиплеер, который, благо, поддерживает бои аж на сразу на четверых. Можно в командах двое на двое играть или просто беспредел устраивать. Но на этом-то как-то все. Согласитесь, не густо для игры 99-го года. Со сложностью тоже бывают какие-то заскоки. Искусственный интеллект здесь весьма хаотичен. Порой он просто стоит и ничего не делает, а иногда тупо нагло читает ваш инпут и уворачивается от любых атак. Но в одиночном прохождении больше раздражают не сам искусственный интеллект, а всякие специфичные бои, вроде, например, Metal Mario, у которого защита такая высокая, что для победы над ним надо лупцевать его на 400%, а то и выше. Это бесит. В остальном, с точки зрения геймплея, так-то да, игра весьма занятная и затягивает. К сожалению, из-за малого количества контента, где-то через часок, наверное, весь энтузиазм тут же пропадает. Сюжета в игре как такового нет. В интро нам показывают, как персонажи игры являются такими игрушками. В принципе, забавная идея, которая вполне неплохо оправдывает мордобой всех этих героев. С другой стороны, с этой идеей ровным счетом ничего не делают. Кроме разве что финального босса, который типа рука огромная. Мол, это сам хозяин с игрушками играет. Хотя в будущем сама Nintendo потом из этого даже целую серию фигурок сделает. Концовок тут нет, после прохождения аркады просто титры и картинка с поздравлением. Сама игра выглядит в целом неплохо по стандартам Nintendo 64, но не более того. Модельки довольно неплохо детализированы и артикулированы, я бы так сказал. Местами реально похожи на таких вот игрушек-марионеток. Уровни несколько абстрактные и порой пустоваты.
Но в целом это можно оправдать кучей движущихся элементов. Все-таки геймплей в первую очередь, мол, фреймрейт-то надо сохранять. Звуковое оформление тоже в принципе на достойном уровне. На заднем плане играют знакомые мелодии из соответствующих игр, персонажи бросаются узнаваемыми звуками и фразочками. Тут как бы все без нареканий. По итогу от меня 7 баллов из 10. Хорошее начало серии, и в будущем, да, она разрастется до невероятных масштабов, и, как я уже заметил ранее, станет, можно сказать, таким своеобразным родоначальником целого поджанра. Но на данном этапе, да, игре все-таки многого не достает. Мало разнообразия, арен и персонажей. Это, пожалуй, главный недостаток. Но и по мелочи тут затыков найдется. В принципе, лично я эту игру воспринимаю, знаете, как такую мини-игрушку из Mario Party, только разросшуюся до самостоятельного релиза. Поиграть в компашке, конечно, весело, спору нет. Но вот надолго игры вряд ли хватит. Больше тут как бы и добавить нечего. На сегодня у меня к вам все. Пишите комментарии, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!